Он был в Москве в мае 2016 года. Раз он тогда проиграл Гаджимураду техническим нокаутом, забиванием с рук во втором раунде. Да, почти полтора года не дрался. Доминик Шобер. Fighting out of the blue corner. He is a freestyle wrestler, standing 175 centimeters tall, weighing in at 77.6 kilos. His professional record, 9 wins and 3 defeats, fighting out of Moscow, Russia, Stanislav Vlasenko. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He is a mixed martial artist, standing 180 centimeters tall, making weight at 77 kilos. His record, 6 wins and 2 defeats. Fighting out of Vienna, Austria, Dominik Schober. And your referee when the action begins, Herb Dean. Ну что ж, рассказали мы про Доминика Шобера. Что касается Станислава Власенко, 5 поединков под эгидой. Александр, буквально вот перед тем, как вы представите нашего российского парня Станислава Власенко, ну, нужно отметить, что Херб Дин, легендарный рефери, обслуживает этот поединок. А это, конечно, опять же, знак качества Лиги ACB. Ну и вот да, сейчас... без сомнения, без сомнения. Так вот, 5 боев в Лиге ACB провел Станислав Власенко. И 3 из них выиграл, 2 проиграл. Уступил в том числе действующему чемпиону лиги Мухаммеду Берхамову. Да, причем нокаутом он уступил ему в первом раунде. И точно классно Мухаммед в своей карасе тогда отправил отдыхать непосредственно российского соотечественника, своего бойца, ну, своего соотечественника, бойца из России, Станислава Власенко. Ну и при этом нужно отметить, что Станислав духовитый парень и вернулся в лиге он уже в последующем с победой над Андреем Чеботаро, ну а потом поражение от Сергея Хандошко и опять же впоследствии победа над Сергеем. Это, конечно, ну, говорит о том, что да, характер у парня очень такой серьезный. Сейчас левый сбоку очень жесткий от Власенко, но вот вдогонку там не было уже серьезного удара, потому что без ног бил как раз Власенко. Вот левый сбоку очень хорошо он закидывает, но в последующем не хватает шагистики, как раз вот той самой передвижения на ногах для того, чтобы поставить плотно ногу и нокаутировать, либо жестко попасть в тех самых шингардах по своему сопернику. Вот левый боковой очень хорош. Ну, вообще, Власенко базовый вольник. Да, это видно. Это видно по школе его ударной техники. Это видно, что он базовый борец. Вот как раз от вас уже информация, что представитель, тем более, вольного стиля. И сейчас он хочет как раз посоревноваться в ударной технике против своего соперника Доминика Шобера. Ну и с Сергеем Хандошко они знатно зарубились, особенно в реванше. Я напомню, что первая встреча с Хондой у них произошла в марте 2017 года в Таджикистане. И там очень близкий бой был. Раздельным решением судей Хандошко тогда победил. Но вот в реванше снял все вопросы Власенко. И сам попадает левый сбоку на отходе Власенко и пропускает справа также. Да, но мы уже говорили о том, что последний поединок австрийский парень провел в мае 2016 года. 1,5 года несоревновательной практики. Да, и многие задаются вопросом, дебют ли это в Лиге ACB у этого австрийского бойца. Да, конечно, дебют. Естественно, и Шобер дебютирует в Лиге ACB. Тем более это делает на своей собственной земле в Австрии, в Вене. Да, вот этот, конечно, у Власенко левый боковой, при том, что базовый вольник, очень серьезный удар. Жесткий, плотный такой, знаете, поставленный уже. И видно, что он сам любит цеплять как раз своих оппонентов с левого сбоку. А вот мы слышим, что требует от Власенко как раз поиграть, не заряжаться на удар. Но здесь очень аккуратно нужно играть. Потому что все-таки не ударник Власенко. И так в игровой форме маловероятно, что это его такая, наверное, схема боя излюбленная. Вот мне кажется, это все-таки более силового склада боец. И сейчас он тейкдаун вроде бы совершает. Но смотрите, сейчас цепляет таким очень
нестандартным и очень хаотичным ударом с правой руки Шобер. И, по-моему, он серьезно зацепил Власенко. По-моему, даже еще кулак залетел так отчасти в затылок. Сразу же взрывается, естественно, местная аудитория, которая пришла уж точно по борьбе. Левый сбоку, опять же, уже на отходе от Власенко. И так заряжает, конечно, каждый удар жесткий. У Власенко мы знаем, что борцы чаще всего вольно греко-римского стиля. Если их обучить хорошей ударной технике, то они, конечно, чаще всего обладают нокаутирующим ударом. По крайней мере, вот, мой личный опыт таков, с кем я работал, из вольников и греко-римцев. Если поймают ударную технику, то все чаще всего бьют жестко. И за счет чего? В первую очередь взрыв имеется, природный уже, натренированный, да? Да, физика другая, прежде всего. Взрыв, я думаю, это вот где-то третичный момент. А вот прежде всего физика, функциональные возможности и, конечно, вот та самая функциональная плотность. И плотно сложен каждый практически борец, вольный Игорь Каремец. Вспоминая, например, там, от Хабиба Нурмагомедова до Сергея Павловича. Или, кстати, здесь... жесткие удары с левой руки от Власенко. Все те базовые борцы вольного греко-римского стиля чаще всего бьют жестко с рук. Но особенно подчеркну еще раз, когда это не боксерские перчатки, а когда это те самые шингарды для ММА. Они четырехунцовые, как я уже не раз это говорил в эфирах. И, конечно, в них нокаутировать возможно быстрее и действовать более эффективно, конечно, именно по тем разящим и таким тоннажным ударам, если они в арсенале у бойца есть. Вот посмотрите, вот момент, опять технической составляющей Власенко. Он на одном месте стоял сейчас, и ноги, по сути, его не работали, и корпус, по сути, не включался в удар. Только одними руками наносил удары. А можете представить, насколько мощь его в ударных возможностях возрастет, когда над ним еще работать и работать по линии школы бокса, в целом кикбокс, тайский бокс. Ну, бокс, я думаю, здесь более, наверное, верный будет работой для вольника. И как он может прибавить еще в мощах, именно ударных своих мощах. Он может в потенциале действительно нокаутировать, ну, как минимум, той самой левой руки, потому что мы видим, что левая рука ему далась быстрее по пониманию нанесения верных технических таких действий с левой руки, нежели справа. Право пока так еще не доработано. Ну, я думаю, что тренерский состав, тем более во главе с как раз Кияшко Тарасом, они еще много поработают над этим парнем, и он прибавит. Вот Бэквис, как он хорошо сейчас скрывал и с разворота удар нанес как раз Власенко. И здесь, конечно, вот он теряет ноги, корпус. Здесь очень опасно для него самого, может быть, встречный удар. Главное здесь не потеряться. И вот единственное, отмечу, что у Шобера, может быть, нет... вот в арсенале как раз того самого жесткого удара навстречу. А так бы, если бы ударник, вот как Берхамов Мухаммед, например, этот парень там мог бы навстречу очень тяжело как раз запустить. И что он в свое время сделал. А вот здесь вот как раз... Сейчас будет остановка. Недолго осталось Шоберу. Высока вероятность. Сам завалился буквально на спину, позволил Власенко сначала залезть в фулл-маунт, потом забрать спину. Да, здесь Власенко, конечно, физически, насколько классно этот готов парень. Еще раз напомню, базовый вольник. И, конечно, у него есть свои сильные стороны. Кстати, да, и он Шобера, наверное, финиширует. Да, так и есть. И это читалось. Мы с Александром Садоковым отметили этот момент, что как только зашел за спину Власенко, вероятно, все, что он не отпустит, он это и сделал. Значит, мощный парень. Физика потрясающая. Знаете, мне показалось, что Шобер в какой-то момент понял, что с меня хватит. Сам упал на спину и, в общем, буквально невербально, да, позволил Власенко понять, что, в общем, готов он сдаться. Только вот правильно все сделай, займи нужное положение, возьми хороший захват и все, пожалуйста. Да, и вот этот, конечно, парень из России, Станислав Власенко, очень интересный боец. И потенциал у него... высочайший, я думаю, если вот так грамотно будет команда подходить к развитию этого спортсмена, то мы увидим очень серьезного
бойца еще более серьезным, нежели он сейчас им является. Потому что вот та же победа его над Сергеем Хандушко в матче реванша уже о нем говорит. Все-таки, как мне кажется, Станислав растущий боец, и он не останавливается на достигнутом.